Роттердамская гавань. Не похоже на курорт. С другой стороны, я тоже здесь не на отдыхе. Девочка, ничего. Да, приятель, в нужном месте. Я что-то типа менеджера. Позволь представиться. С ней есть о чем поговорить. Она хорошо танцует. Если хочешь, я могу устроить вам встречу, а? Устрой, если можешь. Вот что я тебе скажу. Если хочешь попасть к ней в гримерную, найдешь ее там после шоу. Привет, я Сэнди. Я могу тебе чем-то помочь? Там снаружи один парень бережет мою машину. Как насчет того, чтобы развлечь его за мой счет? Ты разочаровал меня. Я думала, что ты мой клиент. Нет. Так где там этот твой товарищ? Снаружи. Буду там через 20 секунд. Привет, красавчик. Тебе не скучно одному? На самом деле я... Пойдем. Давай поиграем в одну игру. Ладно. Думаю, я могу оставить машину на несколько минут.
Твои деньги у меня. Где мое оружие? Хм. Свой товар заберешь на условленном складе. Образцы выглядят неплохо. Рад буду иметь дело с тобой и дальше. Мне нужны мои деньги. Давай их сюда. Ладно, ладно. Успокойся. Вот они.